Assalamu alaikum. Зеврит Муслим, Ички Касабасындан. Вот приехали сегодня в Ростов поддержать ребят. Сегодня им должны вынести приговор. Прокуроры требуют от 11 до 17 лет. Хотелось бы поддержать ребят и хотелось бы узнать из приговора, за что обвиняют этих ребят. Я и как весь народ не может понять. Понятно, когда убийце дают 5, 6, 10 лет насильнику, вору, грабителю. Но что сделали эти ребята? Они кого-то убили, кого-то ограбили, кого-то изнасиловали, что-то какое-то вредствовали, что им дают от 11 до 17 лет.